Я надеюсь, моя собака не будет опять лаять на фоне. Итак, всем привет! Большое спасибо, что посмотрели этот кавер. Я очень рада сюда вернуться. Вы только что посмотрели видео человека, который вернулся домой из общаги. Спасибо, спасибо. Ваши поздравления мне очень приятны, мне это было очень нужно. А еще человека, который снял кавер на песню «Прекрасный полна любви». Она потрясающая, я очень ее люблю. Не просто чтобы снять кавер, хотя это тоже, но и чтобы... Гадайте с трех раз. Отвлечься от Евровидения 2021. Честно говоря, будь это моим решением, первое место получила бы Швейцария, это как бы даже не обсуждается. Моей первой реакцией на это все дело было, блин, надо снять на это кавер, но, как оказалось, моих 3 лет изучения французского в прошлом мне не хватает, потому что я ничего не помню оттуда. Это очень плохо, мне очень грустно от этого, поэтому вывод, ребята, учите языки, языки пригождаются хотя бы для того, чтобы делать каверы на песни с Евровидения. Еще раз спасибо, что вы были со мной. Ставьте лайк под этим видео, если хотите увидеть Евровидение в моем исполнении. Нет. Пейте воду, спите крепче. Хорошего вам дня. Муа!